Стартовал второй день международного театрального фестиваля «Волшебный мир» театра кукол стран БРИКС. Для маленьких зрителей выступил коллектив из Южной Африканской Республики. Это была мировая премьера спектакля «Лунка. История о девочке и ее детских страхах». Зал Дагестанского театра кукол был переполнен. Спектакль шел около часа на языке исикоса, одной из 11 народностей ЮАР. Дети с восторгом реагировали на каждое обращение к зрителю и охотно запоминали те немногие слова, которые были использованы в спектакле. И последнее слово – диакутанда, что означает «я люблю тебя». Все вместе. Диакутанда. Унга бокала, don't cry. Унга бокала, не плачь. Унга бокала, унга маукона, дела маликуме. Авторы сценария Рашина Ратнам и Джани Янг доступным языком рассказали о том, с чем мы все сталкиваемся в детстве, о наших страхах и о том, как человек их преодолевает, приобретая уверенность в себе и чувство безопасности окружающего мира. Здесь они впервые играли его для детей, которые не знают ни одного слова. И на самом деле они очень рады, потому что реакция потрясающая, прием очень теплый, и дети приняли их очень хорошо. И для них это большая радость. Они понимают, что это было отличное место для того, чтобы сделать этот спектакль мировой премьеры здесь, в Дагестане.